Здравствуйте, друзья! Я профессор доктор Мустафа Саид Гюнен. Вот уже 2 года занимаю должность декана медицинского факультета Джарахпаша. Медицинский факультет – это учреждение по обучению медиков. Медицина – профессия древняя, как и история человечества. Коротко говоря, медицинский факультет проводит доклиническую подготовку на первом, втором и третьих курсах, стажировки на всех кафедрах проводятся на 4-м и 5-м курсах, и, наконец, интерны в сопровождении своих научных руководителей набирают опыт работы и навыки на кафедрах, посещая их по 2 месяца. На первых 3 курсах доклиническая подготовка включает в себя очень важные уроки. Анатомия стоит на первом месте среди них. Надо сказать, что урок анатомии в Джарахпаше довольно сложный. Однако студенту 1-го курса будет легко его освоить, так как для него это период адаптации. На первом курсе наши первокурсники больше интересуются общественной деятельностью и студенческими клубами. На 2-м курсе увеличивается нагрузка и все больше усложняются предметы анатомии, патологии, микробиологии, гистологии и другие уроки. На 3-м курсе преобладают практические предметы, и доклинические занятия чередуются с клиническими. На 4-м-5-м курсах экзамены, занятия, стажировки и клинические практики проводятся отдельно в клиниках. Будучи интернами на 6-м курсе, они укрепляют свои навыки и знания вместе с преподавателями и ассистентами. На медицинском факультете Джарахпаша находятся около 42 больших и малых лабораторий и 22 лекционных зала для обучения наших студентов. Наш университет очень хорошо оснащен в этом плане. Нужно добавить, что в нашем университете многое оборудование служит нашим пациентам и студентам в исследовательских лабораториях и принимаются редкие в Турции методы обследования пациентов. Медицинский факультет имеет особую систему образования, отличную от других факультетов. Наши стажировки состоят из 2-недельных практик, включая большие стажировки, как хирургия, гинекология и педиатрия, и другие малые стажировки. Наши студенты практикуются и берут теоретические уроки, посещая все клиники. По окончанию они сдают экзамены и проходят стажировку. Наши профессора усердно работают над тем, чтобы наши студенты вместе со своими научными руководителями по окончании учебы являлись авторами международных научных статей.